только сегодня грибки поставили. А вода нынче как? Нормально, 25, говорят. Вот вы уже много лет не изменяете этому пляжу. Почему? Есть другие места. А куда поедем? Не, здесь самое то. У нас же компания здесь, чем я, от нее один. Хорошо. Время нашлось, так выбрались. Ну, в Белохолунице в основном. Здесь первый раз в этом году. Ну и как вода, как пляж? Замечательно, дети рады. Вода теплая или холодная? Холодная. А чем ты тут на пляже занимаешься? Ныряю, играю с друзьями. Я первый раз. Грязновато чем? Грязновато вода или сам пляж? Или нет, что? Сам мусор видите много. А вообще обычно с семьей много времени летом проводите на пляже? Да нет, немного. Так вот с внуком выехал. Всегда сюда ездите или нет? Или разные места? Да нет, сюда, что здесь. Поближе от города. Вода хорошая, теплая, речка чистая. Мы из Бакуле сюда ездим. Здесь почище, наверное, народу побольше. Сами купаетесь или только дети у вас? Все купаемся. А как вода вообще? Замечательно, теплая. Как тебе пляжный отдых? Хорошо. Что ты на пляже делаешь? Расскажи. Купаюсь, загораю. Скажи, вот а тебе нравится купаться? Нравится. Ты часто здесь бываешь? Часто. Я зашла, там пена около, грязь тоже плавает. Ну, в общем, не готов пляж к сезону. Вот пробовали на тот, обычно мы там всегда, на старом были, ближе к дому, но там вообще очень ужасно, очень. Ну, вот решили попробовать на этот сегодня. Ну, тоже не в восторге. Но больше нигде ничего нет. Играю в песочек. А водичка как? Хорошая. А ты любишь на пляже отдыхать? Да.